Привет, ты на канале Мистическая Корпорация, меня зовут Тимофей Данишевский. Друзья, как я и говорил, я приехал в дом, в котором происходила паранормальная активность. Заключается она в том, что семье перешел этот дом, как дача, сюда приезжают отдыхать. И вот как только они его получили, приехали, разложились, пожарили мясо, отдохнули, на речке искупались и решили здесь переночевать. Первая ночь проходила так, что из стен, из потолка раздавались какие-то странные звуки, как будто кто-то шоркается, царапается. Жильцы, хозяева этого дома, подумали, что это всего-навсего крысы, может быть, мыши, какие-то грызуны, в общем, вредители. Не обращали на это внимания, как бы, ну, посчитали, что в любом старом доме это нормально. Но что произошло дальше? Второй день они тоже провели, развлекаясь, отдыхая, проводя время на чистом воздухе, на природе. Это всегда полезно, вы сами это понимаете. У многих есть дача, деревенский загородный дом, что-то в этом роде. На вторую ночь произошло то же самое. Те же самые шорохи, звуки. Но плюс к этому, на утро девушка заметила, что некоторые вещи пропали. Те вещи, которые они привезли с собой. Также заметила передвижение, как будто бы не на своих местах вещи стояли. А это конкретно стол немного сдвинут. Это конкретно некоторые ведра, там разные вещи, которые в кладовке находятся. Это все меня заинтересовало. Но еще больше меня заинтересовало то, что она сказала потом. Что произошло на третью ночь. На третью ночь было то же самое. Но появился какой-то неприятный запах в доме. Стало как будто бы временами проходишь в другую комнату, подходишь к какому-то месту, как будто бы озноб появлялся, как будто бы они чувствовали чье-то присутствие, чувствовали, что по коже бегали мурашки, какая-то прохлада. То есть изменение температуры. Это все показывает на то, что это, скорее всего, призрак. Возможно, какая-то неупокоенная душа. Мы это проверим, разумеется. На третью ночь было то же самое. Сопровождалось это именно этим. Но была еще одна странность. Ее муж... Это еще сейчас за звук был. Уже с первых минут, как я зашел сюда, начинается какая-то жесть. То есть я сейчас увеличу этот звук, сделаю повтор, и вы послушаете. Ее муж. Вот сейчас мне реально уже прям сходу начинает быть начинаю чувствовать какое-то напряжение. Ее муж только начал про него рассказывать, и вот такая вот штука, видите? То есть то, что здесь уже начинает проявляться, сопротивляться, мы выясним сегодня обязательно. Не знаю, сколько я здесь задержусь. Он начал ходить во сне. Она его заметила, включила свет здесь, сейчас его нет, его отрезали. И увидела, как он ходит. Она не стала его будить, он прошелся по комнатам, и она его уложила обратно спать. Четвертую ночь они не ночевали в этом доме, они смекнули, что что-то не так. И ночевали на улице, на раскладушках и в гамаках. Вернувшись в город, девушка обнаружила отпечаток руки на своей икре, на ноге, на мышцах. Так вот, я остаюсь здесь на ночь, а именно постараюсь заснять все моменты передвижения. Мы немножко усилим эту сущность. Попробуем связаться с ней, пообщаться. И я постараюсь заснять все, что происходит в этом доме, но в первую ночь я останусь здесь на две ночи. Посмотрю на изменения. Если все будет показывать на то, что нужно остаться на третью ночь, я останусь еще и на третью ночь. Кофеечку мне надолго не хватит. Он достаточно хорошо держит, я его оставлю на вторую ночь, потому что вторую ночь я абсолютно спать не буду. И буду лицезреть все это. Первую ночь я высплюсь. Начинаем, расставляю камеру. Так, пошла запись. Так, сейчас я уже хочу сразу же немного усилить эту сущность. Я поджег три красных свечи. Секунду. Эти травы пригодятся нам только под конец.
если вдруг что-то пойдет не так, и мне будет грозить какая-то опасность. Также связываться будем потом. Пусть остается здесь. Три свечи. И обязательно напротив зеркала. Никого сзади меня не видно. Никого сзади меня не видно. Также я все взял с собой. Все, что мне сегодня пригодится. Не знаю, пригодится ли эта камера. Да, посмотрим. Я давно уже стараюсь не пользоваться свистком. Но сегодня раз. Все показывает на то, что это душа, что это призрак. Я сделаю усиление. И посмотрим. И, наверное, я буду прикладываться. Час уже поздний. Начнем. Так, провел ритуал. Камера установлена на кухне. Так, готовенько. Пока я сплю первую ночь, пусть эта камера снимает здесь, потому что шумы шли из всего дома. Сейчас у нас в доме 18. Почти 19 градусов тепла, и сейчас я как-то камеру установлю, чтобы она показывала этот аппарат. Так вот, сейчас укладываться спать собираюсь, уже 15 градусов, но я думаю, мне это не будет мешать. Так, все, камера расставлена, поставил камеру на кухне ночного видения, это единственная моя ночная камера. Жаловались на это зеркало. Я думаю, может быть, на вторую ночь проведем с ней кое-какие манипуляции тоже, мои фишки. А сейчас я ложусь спать, постараюсь, по крайней мере, поспать какое-то время. Ведь в идеале это до утра, но там увидим. Обязательно с собой фонарь возьму, мало ли что. Выключаем телефон, беззвучный. Меня это уже бесит. Все пишут. Надеюсь, не замерзну сегодня ночью.
Так. Я сейчас проснулся от шума. Я слышал что-то там. Я заметил, что все-таки, пока я спал, что-то все-таки творилось. Справа на полу. Отодвинулся от стены. Табуреты тоже не на своих местах. Камера смотрит в печь. Хотя должна брать вот такой ракурс. Здесь определенно есть активность. А все-таки то, что я сделал, помогло этой сущности выйти на более другую форму, то есть проявить себя намного сильнее. Для этого мне не пришлось ждать, как им, 3 ночи. Так. Посмотрим, что будет дальше. Ну вот вам и первая ночь, друзья. Сейчас уже какое-то затишье, уже не так все это. Звуки какие-то я тоже слышу, бывает доносятся с потолка, а также из стен. Но пока что все в пределах нормы. Сейчас я все-таки лягу, посплю, оставлю несколько камер включенными. Если на них ничего не будет, то я их добавлять сюда не стану. Пожалуйста. Черт возьми. Так. Не вижу ничего. Секунду, друзья. Первый прожектор уже отключился. Прямо сейчас. И все-таки я попробую поспать без света, наверное. Фонарик возьму и попробую уснуть без него, без света, я имею в виду. Не буду на это раз ботинки снимать. Посмотрим, что будет без света. До утра осталось еще пару часов. И завтра будет ночью что-то посерьезнее происходить, это точно. А пока я попробую поспать. Друзья, на следующий день и вечер ничего не происходило, поэтому я не буду это добавлять и переносимся сразу на вторую ночь. Так, друзья, это вторая ночь. Первый я посмотрел по камерам, что там происходило. Здесь действительно что-то есть. Надо выйти с этим на контакт и попытаться узнать. Сегодня постараюсь задать вопросы более широкого характера. Но посмотрим, что из этого выйдет. Здесь кто-нибудь есть? Я знаю, что ты здесь. Ответь мне.
Как твое имя? Как тебя зовут? Алексей, хорошо. Это ты ночью устроил то, что происходило? Как ты это делаешь? Можешь рассказать? Много сил? Зачем ты пугал тех людей? Это не твой дом. Этот дом принадлежит теперь другим. Ты не хочешь, чтобы они здесь жили? Это невозможно. Тебе давно нужно покинуть это место. Почему ты не можешь быть свободен? Ты здесь один? Я не могу больше позволить тебе пугать тех людей. Тебе придется покинуть это место. Или не тревожить их больше. Ты знаешь, что ты умер? Ты мертв. Живой здесь только я. Ты должен понять, что ты умер. Я вынужден буду тебя изгнать отсюда, чтобы ты освободился. Слышишь? Я вынужден буду тебя изгнать отсюда, чтобы ты освободился. Слышишь?
Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Черт возьми. Твою мать. Нет смысла больше даже разговаривать. Прямо сейчас я уже буду разжигать травы и сгонять его. Так, секунду. Видно. Что-то неплохо горят. В этой комнате нужно пройтись тоже. Должно быть хватить.